Латвийская сборная по футболу установила антирекорд. 9 поражений подряд. Вчера проиграли Швейцарии со счетом 0-3. Это в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Набрали всего 3 очка. Даже такие футбольные гиганты, в кавычках, как Андорра, Люксембург, Фарерские острова, добыли больше очков. Даже Литва и Эстония по очкам далеко впереди. И как играть, глядя на такие результаты сборной? Об этом Евгения Копылова спросила у юных футболистов. Вчера за сборную болели всей футбольной школы. Аналитик от экспертов. Плохо сыграли, много пропускали, даже пенальти дали. Мне кажется, им не хватает дисциплины. Может, надо больше тренироваться? Тренироваться еще посильнее, упорнее, чтобы быть как-то наравне с этими швейцарцами. Можно же их выиграть как-то. Просто надо упорнее тренироваться и брать все очки. Мне кажется, много ошибок, то, что очень быстро они все хотят. Они не держат мяч особо. Сразу бегут атаку, и особо нету там никаких комбинаций. Там дают пас в центр и сразу выбив. Тренер рижской футбольной школы Дмитрий Кохан указывает на проблемы латвийского футбола в целом. Страна небольшая, выбор должен быть, система должна работать, быть единая в латвийском футболе. Эта федерация должна предоставлять, и клубы, я считаю, должны к этому, по этой системе стараться работать, чтобы мы думали одинаково. Ну и плюс, если брать большой футбол, это высшая лига, ну, должны быть какие-то вложения. Так какими свои перспективы видят наши мальчишки сегодня? Наверное, уехать больше. А куда хотел бы? Да не знаю. Ну, в Англию, наверное. Лучше играть за границей, там можно получить больше опыта. Конечно, я хочу уехать еще за границу поиграть. Это моя мечта. И лишь один из опрошенных готов остаться на родине, несмотря ни на что. Буду в Латвии. Евгения Копылова, Ингус Грауденш, Латвийское телевидение.